В Армении выявлен очередной случай незаконного приобретения, хранения и торговли оружием и боеприпасами в период войны в Карабахе. На этот раз в центре внимания оперативников оказался заместитель начальника отдела полиции одного из районов Карабаха, сообщают армянские СМИ со ссылкой на СМБ страны. Следствие установило, что полицейский чиновник, участвуя в боевых действиях в районе Джебраила, незаконно приобретал оружие и боеприпасы, 45 автоматов Калашникова, 8 пистолетных магазинов с патронами, охотничьи ружья, сотни патронов к ним, гранату. Все это добро офицер полиции перевез в село Тех Сюникской области Армении и спрятал у своего знакомого. Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а остальную часть передать своим доверенным лицам с целью инсценировки самовольной сдачи в полицию. Тем самым полицейский хотел выслужиться перед руководством, продемонстрировать ударные показатели своей работы. Правоохранительные органы также выяснили, что 2 автомата Калашникова замначальник отдела полиции успел продать своим знакомым. Те, в свою очередь, намеревались перепродать их за 500-600 долларов каждый. На основании имеющихся доказательств замначальник отдела полиции был задержан. Ему предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса. В суд представлено ходатайство о его аресте.